сказала, что тебе сюда нельзя. Действовать! Действовать! Варька! Если у тебя есть фонтан, заткни его, сказал Казима Прутков. Он меня с 7 класса волнует. Давненько. Танцуй, пока девочки 9 Б не перехватили тебя снова. Ну давай потанцуем. А мое желание простое и примитивное. Я хочу поцеловать нашего короля мушкетеров, Игоря Лося. Ты знаешь, Игорь, я хочу тебе признаться. Ну-ка. В глубине души я вегетарианка. Я вот помню, как ты у нас появился. Да. Красивый такой подтянут. Иди, а то он весь дом побудет. Самим жрать нечего, а собак разводит. А вы гипнотизер? Милочка моя, гипнотизеры выступают в цирке, а я врач-психиатр. Ну, значит, я, наверное... Нет, знаете, я пойду. Сидеть. Я сочинил новый романс. Не желаешь послушать? Нет. Смотрю, как безумный на черную шаль и хладную душу терзает печаль. В Бискайском заливе на острове Ре. Ослы носят брюки в клеточку. Помню уже, усвоил. А я не хочу вздыхать тайком. Я гордая, гордая. Варя, Варя, Варюха. Да, ты гордая, да и к тому же еще и смешная. Смешная? Да смейся, смейся, пожалуйста. А между прочим, девочки созданы из того же звездного волокна, что и мальчик. Был королем мушкетером, она же Варюха. Юрка, рот свой закрой. Обожайте, тут скучно. Прости меня, пожалуйста, прости. Ты знаешь, они правы, презирали. Я тебе никогда этого не прощу. Ни прогулки той, ни разговора. А это как лестница упала. С какой еще лестницы? С пожарной, около окна твоего. Давай, приложим беда! Не смей за мной ходить, не смей! 37. Нормально, в понедельник... Чего? Какая нормальная? В понедельник пойдешь в школу, сейчас тебе куртку достану. Мне! Да-да-да, эту весну открою. Мам! По карманам не лази! Игорек, а я уже залезла, и что я да там... Да такая же примитивная, как и все остальные, катись отсюда! Ая, ты приняла своего Игоря к нам домой. Я посмотрела на него при домашнем освещении. Еще чего, какой он мой? А мой, что ли? Собаки нема, а хозяева тут, а? Знаете, что я его при всех на вечере поцеловала? Ну что вы там такого? Вы меня извините, но если они такое при всех вытворяют, то что же они на детине это делают? Говорит, что без него не сможет, что она таблеток напьется. Он взял ее, понимаешь, и ударил. А сейчас чемпион разговор. Не вмешивайся. Брысь! Ты че? Иди сюда, давай. Простите, Макс Иванович, считайте, что у вас 2 человека не будут сдавать экзамены. Да? У этого человека есть 2 варианта. Либо он встанет и будет прощен, либо я выволку его на середину класса. Я буду считать до 3. Я хочу быть нужной всему миру! Аркошка, это он! Привет! Привет! Он мой королем мушкетеров! Она же Варюхой была! Участие артисты Влад Иванов в роли Макса Ивановича, Ксения Слудникова в роли директора школы Яны Викторовны, Настя Тарохова, Анна Петровна, Лиза Кузнецова, врач-психиатр, Маруся Князева, бабушка Варя, Надя Левченко.
чем красивка там стая. Алина Кубичева в роли старосты класса Татьяны Дымовой. Настя Зуева, Маринка. Настя Алешина, Милка. Валера Лебедь, Юрка. Борис Суздальницкий, Рэм. Саша Лапкин, Петька Турусов. Саша Солодунов, Игорь Лосев. Любава Крупиченкова в роли Варвары Машко. Спасибо за внимание. Дорогие родители, спасибо вам за таких замечательных детей. Может быть, кто-то будет актером. Я надеюсь, мне будет очень приятно. Спасибо вам за все. За то, что родители помогают, стараются. До новых встреч!